Ребят, сколько живу, до сих пор не знаю, как называется вот это растение, вот это дерево, вот с такими крупными листьями и вот с такими вот стрючками. Вот, посмотрите, сколько стрючков. Они у нас срываются. Вот. По осени они высыхают, и оттуда сыпятся семена. Ребята, ну все, кто смотрит мой канал, все знают, что у меня произошло горе, умер кот, и вот такое чудо, вот такого Бэтмена мне привезли. Посмотрите, какой черный малыш, он еще привыкает у нас. Вот он и в туалет у нас ходил. Молодец. Пока не знаем, как его назвать. Это он сейчас у нас тут в опилках лежал. Вон там опилки у него остались на шерсти. Ну, вот такое вот маленькое чудо. Летучая мышь прям. Да? Кс-кс-кс. Барсик? Барсик. Надо вывести ему блох. Блохи у него. Да, ребят, хотел еще сказать, что недавно мне позвонили с клиники, в которой, с которой мы работали, в которую я возил своего кота. Позвонили узнать, как самочувствие кота. Конечно, я сказал, что котик умер. Люди принесли соболезнования. Очень... Все-таки это приятно, то, что люди позвонили, спросили, как состояние кота. Сказали, что если будет кот, то привозить его на прививки. И вот этого котика мы будем теперь там. Следить за его состоянием там, в той же клинике. Короче, вот такое чудо, ребята.